перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Давай я поснимаю. Пусть он поснимает на видео. Представляю вам ведущих, что, где, когда. Александр Друзь. Также Михаил Поташов. Михаил Поташов. Да. Из Белоруссии прямиком. И прямиком из Белоруссии, там, где... Не крестили даже, когда с усами чуваки ходили. Вот он какой. Как твой никнейм? Скажи, чем ты известен. Шапку покажи, блядь. Все, снимай, ладно. Чего ты пугаешь ребенка? Да я прикалываю. Тебя самого... Гаси прямой. Сейчас под чем ты? Нет, он... Шампанским детским. А ты не понял? А ты не понял? Паша, сейчас уже не то начинается. Все. А можешь ты чуть меньше нас снимать, пожалуйста? Да. Все, давайте. Ну, убирать не надо. Пацаны, давайте. Йоу. Все готово? Все идет на коробку. Паш, что, ты можешь выйти, пожалуйста, из прямого? Я когда снимаю вообще... Конечно, своей... конечно. Только... Я... Че... Я снимаю вот эту хуйню. Паш, да это будет реально угар. Какой? Ну, просто 50 минут я ботинки буду снимать. Конечно, и все будет... Не, ну ты вылазишь, смотри, раз, смотри, оп. То есть, ты хочешь, я тебя ботинком закрыл, все. Затмил. Где я тебя... Пропиарил и меня, и ботинок. Я тебя... Мы теперь вдвоем kill, сейчас. Kill, motherfucker. Shut. Yeah. Ты пьешь водку? Нет. Все, Паш, гаси прямой эфир, поехали снимать. Все, кино не будет. Ладно, ребят, короче, вы поняли, с кем я нахожусь, это раз. Во-вторых, это лил дождь, а там... Шел снег. Как тебя зовут? Давай я кину шапку, и ты закончишь эфир. Куда ты кинешь? Я уже в эфире, ебать тебя в уши. Не стыдно сейчас, что фараон может смотреть этот эфир? Глеб, извини, пожалуйста, я его не знаю, он просто какой-то на улице подошел, мелкий, говорит, блядь, у меня есть шапка. Ты всех так берешь с собой? Вот, он говорит, есть шапка. Я говорю, ну покажи, вот. Я беру беру шапку. Сядь, пожалуйста, Паш. Да, Паш, сядь. Беру шапку, показываю. Я говорю, это точно она, да? Я говорю, а бренды где эти прописанные, известные? Где Томми Хилфигер, ёпта? Так, да! И тебе заканчивается передача. Вот я к этому и вел. А Миша... Подписывайся на меня. Наебывает. Ну, подписывайся на него. Каким образом? Ладно, Миша. Ну, давай, Миша ни разу не наебывал. Рубрика «Поясни». За что там? Поясняю за Мишу. Миша никогда не наебывал. Да, он платил всегда те деньги, которые обещал. Из монополии. Но он мог платить больше, потому что он зарабатывает больше. И то, что он пиздит, сука, что нихуя не зарабатывает, гондон усатый, это все просто пиздеж, блядь. А ты думаешь, сколько я зарабатываю? Давай ты теперь дуть. Ты берешь меня интервью. У тебя минимум 300. Тысяч в месяц. Нет, блядь, усов, но на пизде, блядь. Ну, это было бы классно, нет. Как думаешь, ты сколько зарабатываешь? Давай, я 5000 заработаю. Пропиарь сейчас свой инстаграм. 5000 за Гарик. Подписывайтесь на dov.nizhnye_mimo. Давай прямой эфир. Все, кого-то давай, примем. Давай позовем кого-то порадуем, прямой эфир. Порадуем. Давай порадуем новогодний прямой эфир. Давай. Твоего подписчика. Давай, все, я выберу. Нет, ну давай советоваться. Нет, да ты выбираешь себе. Известного. Ну нет, да, давай посоветуем. Раскол хотя бы. Да нет, давай поизвестнее кого-нибудь, при всей любви к расколу. Ты первый нам кинет денег? Там не будет. Давай кто сейчас тысячу рублей, переведет на Киви тебе, тот и в прямой эфир. Егору. Да. Ему тебе на учебу же надо? Да, у меня мой телефон спалит на Киви. Слушай,
У тебя есть киви? Да. А для чего тебе? Ну я арты продаю, я 2000 уже заработал. Блядь, типа за нас час. Ну мы снимаем как бы сегодня. Все, Паш, гаси прямой эфир, все, хорош. Да. Бля, я вообще двоих вас просто... А раз, удар, и два. И вы спите. Мы спите. Раз. До утра. Все, Паш, давай шоу снимать, пожалуйста. О, круто. Неплохо. У тебя можешь, пожалуйста, сконцентрироваться на съемке? Не, я, ну, не надо... я снимаю свое лицо, блядь, в бабочке, ёпты. Отъебись от меня, нахуй. Паш, ты понимаешь, что вот время человека ты сейчас... А, бро, бро. Бро, бро, я еще забыл. Держи чероки. Змей сам. Густян. Короче, нас снимает кто? Густян. Михаил Галустян. Чероки Валерьевич. Ебать вас, мать вашу. Я ебал. Меня ЛЖ уволил просто, я теперь на Пашу работаю. Как ЛЖ тебя мог уволить, блядь? Не увольняют таких людей. Как, блядь? Завершается карьера. Все, да. Как завершается карьера у людей.